Всем привет, и сегодня будет необычное видео для моего канала. Мы приехали только что из Майами, поэтому я вот так вот выгляжу, совсем не накрашенная, сонная. И я буду показывать, какие продукты я заказала, потому что мы приехали домой, а дома-то у нас ничего нет. И ехать в магазин типа Ашана, конечно, мы не поедем, сейчас у нас гуляет эпидемия, поэтому я все заказала в магазине Утконос, давно этого не делала. И вот спустя долго-долго время рассказала, будет такое видео без смысловой нагрузки, что я купила из продуктов. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Первое — это вермишель для супа детского, конечно. Следующее — это гречка. Гречка без пакетиков для каких-нибудь рагу, для того, чтобы там смешивать с какими-то овощами, чтобы тушить. У меня очень большой комплект именно бакали. Купила лапша премиум типа удона. Делаю такие китайские блюда. Кстати, такую лапшу никогда не покупала. Буду пробовать. Следующие — гречки в пакетиках, именно как гарнир. Гречневые хлопья. С утра буду... Тимка у нас перестал есть овсянку с утра. Вообще он с утра не завтракает. Буду пробовать кормить его гречкой. Конечно, две пачки вот такого геркулеса монастырского. Сама люблю, и муж кушает каждый день. Ой, дальше хочу похвастаться, что я там нашла. Значит, вермишель рисовая из черного риса. Она черного цвета. И смысл в том, что здесь в составе нет пшеничной муки, что хорошо. Значит, вермишель рисовая тоже без пшеничной муки. Две штуки такой вермишель заказала. Я люблю делать, знаете, такие китайские с курочкой, с овощами. Сейчас я что-то курицу есть перестала, и мясо, я думаю, я буду делать просто с овощами. Рис от Мистраль, называется Индика Браун. Наш любимый рис, он такой немножко жесткий. Даже когда он сварится, он такой жесткий, неразваренный. Кажется, вот очень полезный такой рис, в отличие от белого. В качестве себе перекуса я взяла от Доктор Корнер хлебцы без сахара, медовые. Честно, никогда не пробовала такие хлебцы. Высокое содержание пищевых волокон. На самом деле, я просто люблю... Мне когда хочется чего-нибудь сладкого, я хочу похрустеть, чего-то пожевать, чтобы это были не какие-нибудь ММДМС, орешки, которые у нас сейчас стоят дорого, и качество у них такое иногда бывает сомнительное. Вот, вот такие вот заказала хрустяшки. Если вы знаете, что еще можно похрустеть полезного, пишите, пожалуйста, в комментариях. Купила такие вот кукурузно-рисовые с прованскими травами, например, к супчику. Дальше из круп чечевица канадская, чечевица персидская. Супчики делать я еще хочу попробовать сделать вегетарианские котлеты. Нут, обязательно нут. Я вообще планирую сделать хумус, но у меня все никак руки не доходят. Кускус. Соевый соус. Обычно я им редко поливаю блюда, я именно с ними именно готовлю. И вот моя находочка, что я нашла тоже на сайте Утконос. Это написано рисовый напиток, но это как бы рисовое молоко. Миндального я там не нашла, кокосового я там не нашла, которое я хотела. Вот нашла рисовый, будем пробовать. Морковка, пакет. Груши, пакет. Авокадо, кстати, хорошие, уже спелые авокадо, надо будет их кушать для салата, для перекуса. Помидорки черри, на самом деле я боюсь обычные помидоры покупать онлайн, знаете, кроме как кумата, неизвестно, что там положат, насколько они хорошие, а черри, они как-то всегда более-менее. Дальше у нас идет заморозка. Заказала картофель по-деревенски, очень давно не заказывала, я его не жарю, я хочу его запечь, как гарнир к чему-то, не знаю, мужу на обед, в общем, пусть будет. Морозилки, шпинат, я все в голове у себя хочу делать какие-нибудь смузи, полезные супчики, но в итоге до этого в руки у меня очень-очень редко не доходит, и я там его чуть-чуть тушу и ем как гарнир обычно. Клубничка, фасоль зеленая стручковая, обожаю. Летние овощи, овощи по-деревенски, здесь еще картошка, кукуруза. У меня еще лежит 5 килограмм картошки, но я просто ее не подниму, я вам покажу, что буду. Брокколи, ежевика, в кашу добавлять вот все эти ягоды. Первый раз попробую замороженную спаржу. Я люблю спаржу, муж любит спаржу, отличный гарнир, прекрасно, но пробовали только свежую, посмотрим, как замороженная себя будет вести. Цветная капуста, еще одно брокколи, брокколи много не бывает, еще одна спаржа, малина. Кстати, я на фирмы так особо внимания не обращаю, потому что, мне кажется, они все одинаковые. Единственное, у Утконоса очень хорошие морозы, в плане они
не замороженный, перемороженный, а вот один раз замороженный, без всякого лишнего льда. Ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас не знаю. Заказала губки мыть посуду, потому что нас не было полтора месяца, и губки уже срочно пора менять. И вообще губки надо менять хотя бы раз в две недели. Лук. Куда же без лука? Ну, вот так зимний лук. Вообще, мне зимние овощи так не нравятся. Какая-то гадость. Особенно, знаете, после вот этой вот смены, когда мы были в Майами, там такое все свежее, вкусное, и приехали в Москву. Ладно. Поэтому купила апельсинчиков так, ни много ни мало. И яблочки будем кушать, хрумкет. Вот и все, что я купила. Вы спросите, почему здесь нет мяса. Все потому, что мясо я буду делать отдельным заказом. У нас здесь заморозки еще кое-что осталось. Надо сначала это доесть, а потом заказать свеженькое мясо. Я всегда заказываю в фермерском магазине. Я уже говорила не раз. С ферм.ру. Где-нибудь внизу напишу название, если кому интересно. И мне кажется, там просто вкуснее, может чуть дороже. Но там мясо, оно просто другое, вкуснее. Мне больше нравится. Так что, если вам нравятся такие видео, напишите мне, пожалуйста, буду периодически что-нибудь снимать, потому что я люблю еду, я люблю покупки, я люблю есть. Спасибо большое за просмотр, до новых встреч, пока-пока, а мы будем перестраиваться на новое время. И сейчас я это буду все еще разбирать, то, что я накидала на полу. Аня, молодец.